Дорогие друзья, большое вам спасибо. На этом заключительный концерт, посвященный памяти Александра Аркадьевича Галича, заканчивается. Спасибо всем, кто к нам пришел. Спасибо тем, кто был с нами все это время. Алена Александровна, вы что-нибудь будете говорить? Большое спасибо всем, кто пришел. И большое спасибо Владимиру Ивановичу и вообще Дубраве. Это единственный островок, который всегда поминает моего отца. Вот Боря пел песню, у меня нет уже ни отца, ни матери. И это очень тяжело. И то, что мы вспоминаем папу, и то, что по радио иногда, а сейчас довольно часто звучат его песни, но не зваю автора, просто вот звучат песни и все, автора нет. И я надеюсь, что придет когда-нибудь время, когда он зазвучит в полный голос. Потому что в наше тяжелое время он как никто необходим. И его песни помогают выжить. И спасибо еще, низкий поклон всей Дубраве и, конечно, строителю Владимиру Ивановичу, всем нашим исполнителям огромнейшее спасибо и низкий поклон. Спасибо, я вас всех очень благодарна. Спасибо. Касаясь земли по февральскому снегу,